напротив велодрома. Возле вершины. И вот нашли вот такой вот холмик с перепадом. Здесь все разровняли от травы. Вот что у нас получилось. Здесь идет спуск, съезд. Часть прямой такой дороги. И здесь идет крутой вылет. Не знаю под каким углом, но думаю градусов примерно 45 вылет такой. После вылета у нас идет пролет. Вот он вылет. Оттуда мы разгоняемся. Вот. На трамплин. Вылет. Здесь идет стол прямая. И приземление под уклон. Здесь тоже немножко уже раскатали. Это в нашем Орехово. Ну что, теперь самое интересное. Будем тестить. Ну что, let's go to ride. Погнали. Здесь на нашем споте небольшой мангальчик, и к нему такую нашли решетку. Вот, немножко изогнули. Это у нас такой будет селфи-фон. Не нашел другого способа, как себя снять, но очень хочется попробовать сделать 360 и потом получить какой-то ликбез по поводу ошибок. Ну и вообще интересный материал. То есть я там катаюсь, вроде особо не с кем снимать. Выходные стенки не совпадают, но тем не менее сейчас вот будем выбирать ракурс, как поставить, и потом посмотрим, что получится. Как так. Так, все, время пошло, второй назад, побежал быстрее пристегнуть крепление. Портативный смартфон-держатель. Вот такой вот у нас обкатанный трамплинчик получился. Перейдем, уже укатали. Смотрится все вообще супер.
Мне даже, честно говоря, самому нравится, потому что получился такой кикер, прям нормальный, хорошего такого уровня, ровненький накат. Прямая, подъем, взлет, в общем, все как положено, даже стол с приземлением. Да, все-таки Орехово, немножко фантазии, и тут можно отлично полетать. Супер. Класс! Сегодня просто супер! Все восхитительно! Классный день! Побольше таких дней! Всем, кто любит сноуборинг и просто жечь! Минут